Далее перейдем к макияжу глаз. И здесь я вам представлю вот такую вот шикарную палетку от MAC из коллекции Snowball. Называется эта палетка называется Rose Gold. Вот такая вот шикарная, ой, извините, я вас ослепила, упаковка. И внутри, сейчас прикрою зеркальце, вот такие вот оттенки. Оттенки первые два самые светлые матовые. Средние два просто прессованный глиттер, такой чисто праздничный. И последние два уже такие более сатиновые. Я для макияжа глаз постараюсь сейчас приблизить, просто я сейчас снимаю. Мне очень сложно, я не с тем объективом, не с тем светом, не, в общем, я вообще не в Украине, поэтому я стараюсь из того, что есть, снять это видео, очень сложно, но сейчас попытаюсь все-таки что-то придумать и вблизи снять макияж глаз, потому что так, я думаю, вам будет не очень информативно. Кстати, я добавила немножечко бронзера и румян из другой палетки, просто которая не имеет ничего общего с этими лимитками, шикарными, красивейшими лимитками на Рождество, не знаю почему. Не было ни одного бронзера, который бы мне понравился в этих лимитках. Наверное, у них фокус не на бронзеры, а вот именно на какие-то продукты для сияния, для глаз, для губ, вот такое. Поэтому я оформила бронзер, брови своими такими старыми, скажем, фаворитами. И идем дальше, переходим к макияжу глаз. И после этого, девочки, фанфары... У нас будет вот презентация вот этой вот шикарной коллекции помад от MAC. Тоже в лимитированной коллекции, тоже из коллекции новогодний Snowball. Вот так вот они выглядят. Здесь все самые бестселлеры оттенки MAC от самых нюдовых светлых до самых-самых-самых темных, включая Ruby Woo, Rebel, Whirl, Stone, Please Me и так далее. Много-много-много. И финиши, здесь все матовые финиши, кроме одного Rebel, который сатин. Практически можно это назвать матовой палитрой бестселлеров оттенков помад MAC. Мне кажется, что может быть прекраснее. Итак, давайте переходим, все постепенно переходим к макияжу глаз. Сейчас я попробую приблизить камеру и поехали. Я беру вот эти вот первые два оттенка, в сочетании, которое мне подходит. Это больше светлого, меньше такого нюдового, чтобы создать мой идеальный оттенок кожи и высветить немножко зону под бровью. Далее возьму более заостренную кисть. Это у меня кисть, которой я обычно растушевываю складку. И возьму вот второй от конца оттенок. Он такой красновато-кирпичный, я бы сказала, даже коричнево-кирпичный. Вот такой сатиновый. И нанесем его в складку. По текстуре он немножко как будто даже кремовый, вот как будто сухие тени вместе с кремовыми. В общем, он так более вязко наносится, но я так предполагаю, что за счет этого он будет держаться намного дольше. И тоже хочу подчеркнуть вот эту вот складку внутри. Так, и сейчас я буду набирать вот этот вот глиттер, золотистый глиттер, на кисть, которая шла в комплекте с этой палеткой. Вот на такую более плоскую кисть буду набирать глиттер и наносить на подвижное веко. Обычно такие прессованные глиттеры лучше всего наносятся пальчиком и поверх какой-то более такой кремовой, вязкой, липкой базы. Но мне интересно посмотреть, как эта палетка себя покажет без базы, сама по себе. И, кстати, наносятся они достаточно хорошо, учитывая то, что наносим кистью и без липкой базы наносится очень даже и неплохо. Классно. Сейчас попробую еще пальчиком поверх посмотреть, что будет лучше, чтобы вам вынести вердикт. Ну да, наверное, пальчиком все-таки даже лучше, как я и ожидала. Обычно такие прессованные пигменты, они пальчиком лучше всего. И на нижнее веко хочу нанести тоже совсем капельку вот этого вот
не знаю, бронзового, рыжего оттенка, вот этого. За ним уже идет такой потемнее оттенок коричневый, именно матовый, а этот такой бронзовый, сатиновый, немножко даже кирпичный, рыжий какой-то. И будем использовать маленькую пузатенькую кисть и наносить на наружный уголок нижнего века. Давно я не снимала для вас макияж, девчонки. Я знаю, вы очень хотите, я знаю, мне часто пишете. Не знаю почему. Не знаю почему. Вернее, знаю почему. Потому что у меня в последнее время была такая беготня. Просто я вам даже передать не могу. Но мои такие большие проекты, которые занимали мне кучу времени, подходят к концу. Поэтому я себе поставила цель. Моя новогодняя цель, знаете, как New Year Resolution. Это как обещание или как загадывание на следующий год, моя мечта, да, которая как обещание, да, ближе так, это снимать много видео для своего канала. Это реально, вот я думаю, что у меня с января я себе свое время немножечко со своими большими проектами, там у меня больше освобождается, и я хочу уделить реально много времени своему каналу и снимать, может быть, по 3, а то и 4 видео в неделю. И реально это моя мечта. И я запланировала все так в этом году, чтобы оно у меня сбылось. Поэтому это одно из моих заветных желаний на 2018 год. И я честно буду много над этим работать. Вот и все, наш макияж этой палеточкой теней завершен. Вот вы видите, что у нас получилось на глазках. Сейчас я нанесу стрелочку, тушь, и вы увидите результат финальный. В качестве стрелочки и туши хочу вам показать тоже шикарные новинки этого праздничного сезона от Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, они всегда, у них всегда, знаете, упаковка — это праздники, продукты, но вот на рождественские, новогодние праздники — это просто бомба. И они выпустили коллекцию разноцветных жидких подводок. У меня две из этой коллекции. Это называются они Couture Eyeliner. У меня оттенок 4 и 3. 3 это такая темно-зеленая, изумрудная. В общем, очень красивый оттенок. Это номер 3. И номер 4 это такой интересный коричневый с бронзой и немножко оттенок хаки. Вот он верхний. В общем, такие шикарные продукты, они классно держатся. Там еще в этой линейке есть еще другие цвета, поэтому очень советую присмотреться. Я сейчас буду для этого макияжа использовать коричневую. И подведу ей верхнюю линию роста ресниц. Сделаем такую праздничную стрелочку. И далее покажу вам интересные туши тоже из этой же коллекции. Все, со стрелочками я закончила, и сейчас мы приступаем к туши. И вот она, эта шикарная коллекция, которую я вам рассказывала еще в видео о самых модных трендах, таких crazy трендах этого сезона. И там я рассказывала об этой коллекции. В этой коллекции, по-моему, если я не ошибаюсь, 9 разных цветных тушей. И это сейчас хит сезона, это супер модно. У меня 3 из этих оттенков. Там есть и шикарный зеленый, изумрудный, розовый, фиолетовый. В общем, просто бомбезные оттенки. У меня такой темно-коричневый с золотыми частицами, такими шиммерными частицами. Похож чем-то на оттенок этой подводки. Поэтому в идеале для монохрома я бы использовала к этой подводке эту тушь. Это был бы такой эффект, знаете, такой спокойный. Такой монохром. Но сегодня я хочу что-то другое. Еще у меня есть оттенки вот такой вот яркий кобальт, синий такой, ну вот реальный крутой синий, и вот такой вот спокойный темно-фиолетовый. И я хочу сделать следующее. Я хочу нанести темно-фиолетовую тушь на реснички, а потом только поверх нанести немножко вот этого вот синего для акцента. Давайте посмотрим, что у нас получится. Коричневый оттенок – это оттенок номер 4, темно-фиолетовый – двоечка, и синий у нас – пятерочка. Да, и коричневый, я уже говорила, он с золотыми мелкими частицами шиммерными, фиолетовый и синий – они без никакого шиммера. Туши Yves Saint Laurent – это всегда сказка. Это, кстати, у меня сейчас еще одна тушь, которую я очень обожаю, и которую все обожают – это The Shock маскара. В общем, Yves Saint Laurent — это одни из, ну, не знаю, самых таких
удачных, всегда удачных тушей на рынке, а сейчас они вышли еще со своими новыми супер крутыми оттенками, и это просто бомба этого сезона. Поэтому я не могла вам не рассказать об этой коллекции в этом видео. Мне нравится этот оттенок, потому что он такой спокойный. Вот с ним реально можно идти на работу, в школу, куда угодно. Смотрится как такая стандартная черная тушь, но не настолько контрастный, как сказать, да? Вот так вот поспокойней. Вот такой у нас получился макияж. При искусственном свете, как вы видите, этого фиолетового оттенка незаметно. Просто как обычная, хорошая, очень хорошая, придающая объем и длину черная тушь. И сейчас мы будем наносить вот акцент вот этого вот синего кобальта поверх. И вот такие оттенки яркие и сочные я рекомендую наносить именно поверх темной туши. Вот черной, коричневой или же другой вот темно-фиолетовой. Они тогда больше, как более выразительные. И, в общем, ваши реснички более яркие, потому что если наносить только такой акцент, то он дает цвет, но не дает вот этой вот глубины, насыщенности. Я люблю именно наносить одну поверх второй. Вот такой вот у нас получился эффект. Я не знаю, что вам из этого видно. Постараюсь снять при дневном свету на улице, взять фотографии и выложить в Инстаграм, показать. Но поверьте мне, эффект шикарный. И сейчас мы переходим к самому-самому-самому яркому акценту нашего сегодняшнего макияжа. Ну что, готовы приступать к губкам? Из этого набора я выбрала несколько оттенков, точнее 5, которые я хочу вам предложить для сочетания с вот таким вот нейтральным, немножко праздничным, но все-таки нейтральным макияжем лица, с которым вы можете пойти вот в преддверии новогодних праздников, на корпоратив, на новогоднюю ночь, куда-куда угодно, не знаю, в клуб, на вечеринку и куда угодно. Я здесь подобрала 5 оттенков, которые все знают, что они из постоянной коллекции, чтобы не попасть на какую-то лимитку, которую вы потом не можете найти. И хочу вам показать, как вот такой вот базовый, но все-таки шиммерный, такой немножко праздничный, но очень нейтральный макияж будет смотреться с такими оттенками. Итак, я подобрала что-то такое вот нюдовое, очень светлое. Это оттенок Please Me. Потом коралл, который сейчас очень модный в этом сезоне. Это мангрув. Потом красный, рубиу классический. Потом темно-фиолетовый, опять же, классика, мой любимый Rebel. Он сатиновый, это единственный сатиновый оттенок из всей коллекции. И уже более такой коричневый, такой темный Velvet Teddy. Это вот такие прям 5 классических оттенков, и я хочу вам показать разницу, как тот же самый макияж, глаз, лица смотрится вот с каждым из них, для того, чтобы вы себе нашли ваш вариант, что вам нравится, и именно в том варианте отпраздновали свои новогодние праздники. Итак, приступим. И начиная с самой светлой, такой нежной, розовенькой, нюдовой, называется Please Me. И буду постепенно идти к более коралловым, красным, фиолетовым и темным. Вот так выглядит этот образ с помадой Please Me. Такой нежный, светленький, розово-бежевый оттенок, очень спокойный, матовый. Вот вы видите, насколько нежно смотрится. И сейчас будем сравнивать со следующими образами. Второй оттенок у нас будет супер модный в этом сезоне, коралловый, называется он Mangrove. Я, если честно, не уверена, если это из постоянной коллекции или это лимитка, но оттенок просто бомба, и в этом сезоне я его вам не могу не показать. Вот он, этот оттенок, Mangrove. Вы видите, насколько он оригинальный, такой более интересная, скажем, неожиданная вариация на тему красного. Ну, уже такого, уже немножечко приевшегося красного. Такой яркий, даже немножко даже неоновый, такой теплый красный оттенок. Немного в коралл, немного в оранжевый, в апельсин какой-то, в какой-то клемантин. В общем, очень-очень-очень модный в этом сезоне. Давайте я вам следующим покажу оттенок Velvet Teddy. Такой темный нюд.
Хочу его нанести сейчас, так как у нас еще впереди красный и темно-фиолетовый, и боюсь, что после красного и темно-фиолетового мои губы уже чистыми не будут, а это более светлый оттенок. Такой нейтральный, конечно же, не для всех. Вот так вот он смотрится. Если честно, я не фаворит таких оттенков. Они на мне, мне кажется, темноваты и более коричневые, чем мне нравятся. Мне нравятся такие темные оттенки, но немножко с розовинкой, более фиолетовые, более, ну вот какие-то такие более интересные оттенки. А это просто такой вот спокойный, приглушенный, я бы сказала, такой бежево-коричневый. Вот как он выглядит. Знаю, что многим из вас он нравится. Я, как я уже сказала, не являюсь его фаворитом, но хотела показать, как бы вот такой вот праздничный макияж выглядел с такими вот спокойными, нейтральными губами. И сейчас нам остались два, наверное, самых праздничных, самых новогодних оттенка. Это красный Ruby Woo и это фиолетовый Rebel. Если честно, это мои два фаворита из линейки MAC, и мне кажется, они актуальны всегда. Они настолько актуальны и к джинсам, и к кроссовкам, к кедам, и к пальто, и к бальному платью, и вообще ко всему, и летом, и зимой, и на праздники, и в общем, повсюду, что мне кажется, это прям как бы беспроигрышный вариант, как говорится. Вот она, самая что ни на есть классика, это красный оттенок, Ruby Woo, самый-самый-самый популярный оттенок в MAC. И мне кажется, красный на Новый год, на Рождество будет у всех на ногтях и на губах, поэтому, если честно, я бы избегала красного. Мне кажется, это будет немного банально, как-то уже приевшийся какой-то вариант. Я бы наоборот, знаете, ну я такой человек, который любит идти против шерсти. Например, я бы красный оттенок нанесла просто на повседневный с кедами, с рваными джинсами, с каким-то пуховиком или пальто. А на Новый год я бы нанесла что-то менее, как сказать, более неожиданное для всех, да? И вот я сейчас вам покажу именно, я думаю, мой... Ну, на каком варианте остановилась бы я? Но для многих из вас, я думаю, тех, кто именно уверен, что они хотят красный на Новый год, вот она, опция с красным оттенком. И вот он мой фаворит. Фаворит не только на рождественские праздники и новогодние, а фаворит вообще уже несколько лет. Я обожаю эту помаду. Это такой темно-фиолетовый, интенсивный такой розово-фиолетовый оттенок. Очень глубокий, очень такой шикарный, богатый оттенок, и не банальный, не типичный и неожиданный, знаете, вот мне, я всегда как-то люблю неожиданность, и мне кажется, на вот эти вот праздники, на зимние праздники, мой выбор, наверное, пал бы именно на этот оттенок, кстати, он сейчас у меня и на ногтях, но это чисто совпадение, вообще его очень-очень люблю, называется он Rebel, или же, либо что-то такое, либо я бы просто выбрала какой-то очень такой спокойный, нейтральный оттенок. Именно из тех соображений, что новогоднюю ночь вы будете пить шампанское, закусывать, есть там, не знаю, оливье, конечно же, еще какое-то там, не знаю, что. И чисто для того, чтобы не бегать каждые там полчаса и поправлять свой оттенок помады, я бы больше ставила акцент на щечки, может быть, на глаза яркие, а губы оставила более нейтральные, чисто из практичных соображений, ну, потому что это удобней, чем поправлять яркую помаду всю ночь. В общем, так. Ну, вот так смотрится оттенок Rebel. Мне он очень-очень-очень нравится. Это единственный сатиновый из всех. Вот и все. С помадами мы, наверное, уже примерно разобрались, и каждая из вас примерно себе выбрала, ну, тот или иной, скажем, стиль, в который она хочет идти. И сейчас финальный штрих — это аромат. У меня здесь есть несколько ароматов, которые у меня ассоциируются именно с этими праздниками, именно с этим сезоном. Хочу с вами поделиться. Во-первых, это аромат от Armani Because It's You. Я уже его показывала. Вышло две версии, мужская и женская. И, если честно, мужская мне тоже нравится. Я ее часто ношу на себе. И когда... В общем, ее мужскую версию носят и мой муж, и я. А эта женская версия, она более такая, ну, вот такая сладенькая, вот малиновая. Такая именно сладенькая, женственная. И здесь присутствует роза, наверное, и малина. Вот первая нота, которую я ощущаю вот сильно, это малина, но не пугайтесь, она вначале очень может показаться такой приторной, сладкой, но потом этот аромат вот такой раскрывается, уже более такой спокойный, чистый, женственный.
интересный аромат. Второй, который именно в этот сезон сейчас новинка от Dior, Jador, но это именно версия лимитированная сейчас, Jador Enjoy. Для всех тех из вас, кто, как и я, аромат Jador не очень-то, скажем так, понимал и не чувствовал себя близок к этому аромату, очень советую Jador Enjoy. Это более, не знаю, кстати, легкая, облегченная, парящая версия аромата Jador. Очень вам советую просто прислушаться к этому аромату, он мне очень нравится. И вот именно он у меня ассоциируется с этим сезоном новогодних праздников, потому что он именно сейчас вышел. И третий аромат, который ничего общего не имеет с этим сезоном, ему не знаю уже сколько лет, но для меня он является новинкой именно этого сезона, и почему-то именно этот аромат у меня ассоциируется с этими праздниками. Это Монталь аромат Roses Musk, именно его вариант Intense. И какой у меня был шок для нелюбителя розы, скажем, нелюбителя, мягко говоря, я вообще ненавижу аромат розы в чем-либо, это роза. Но именно в вариации Roses Musk Intense, она с мускусом, и именно в вариации Intense, это не та роза, знаете, такая вот бабушкина роза. Это вот нежная маленькая розочка еще в бутончике под росой, под капелькой росы, вот. Я всем вам его советую, рекомендую. Мне кажется, не знаю, мне кажется, это именно тот аромат, который у меня ассоциируется с таким вот каким-то уютом, теплом, зимними праздниками, елочкой, подарками, пледиком, хорошим фильмом, чашкой вкусного чая или какао, с объединением всего семейства, всех любимых, всех ваших дорогих людей. Какой-то вот именно такой теплый, уютный, праздничный. Я не знаю, но вот именно зимний аромат. Поэтому очень хотела посоветовать именно тем из вас, которые, как и я, были уверены, что нет, ничего с розой, даже не подходите близко, даже не им подносите. Этот аромат вам может очень-очень-очень понравиться. Сейчас я нанесу именно его, так как он у нас последний. И на этом наше видео окончится. Он прям, я не знаю, вот он окутывает каким-то вот уютом и теплом. И с ним вот так хорошо и комфортно. В общем, очень-очень советую. Вот и все. Надеюсь, вам это видео понравилось, девочки. Оно, наверное, миллион часов. Я не знаю, потому что на улице было утро, когда я начинала снимать. И сейчас на улице вечер. Надеюсь, вам понравились эти вот все новинки, шикарные упаковки, новые коллекции. Я так зарядилась этими всеми коллекциями, этим, этой красотой, этой божественной просто милотой и красотой, что я очень хотела с вами этим всем поделиться. Все, до скорых встреч. Пока.